Здравствуйте! Вновь спешу поделиться с вами своими мыслями вслух. Мы склонны к разным проявлениям эмоций, разным реакциям на те или иные события. И это нормально. Абсолютно нормально переживать, беспокоиться за родных, близких, за свой город, за свою страну. Но порой переживания становятся маниакальными, превращаются в истерию и при этом массовую. Врачами давно замечена особенность истерических реакций. Она заключается в том, что истерический симптом дает определенные житейские выгоды для больного. Либо уход от невыносимой действительности, либо выход из тяжелой ситуации. Именно такие симптомы в последнее время все чаще встречаются и у нас. Мы живем в непростое время, это бесспорно. Сложностей и проблем очень много. Доллар взлетел, как и евро. Баррель упал. Грипп свирепствует. Цены на продукты выросли. Морозы одолели. Все лекарства пропали. Да, все это так. Но из разговоров с медиками мне показалось, что грипп-то не в первый раз пришел в наш край. И он не является неизлечимой болезнью. Более того, его можно избежать. Благо, медицина придумала прививки. И они были изобретены не вчера и даже не в прошлом году. И насколько мне известно, делать их можно было практически всем. Но как-то странно, вдруг стали исчезать лекарственные препараты, способные справиться с гриппом. Истерия превращается в массовую, появляются слухи, что и лекарства от других болезней начинают пропадать. И что? Кому стало легче от этого? Температура упала? Грипп отступать стал? Вроде бы нет. Дальше больше. Начался подсчет смертей от гриппа. Эту информацию передают из уст в уста. Да, замалчивать эту печальную статистику бесспорно нельзя, но истерить – это ли сейчас нужно? Что, на мой взгляд, необходимо? Анализ ситуации, ее четкое понимание, в конце концов, конструктивное предложение. Нужно сохранять рассудок. Мне всегда нравилась поговорка «отвергая, предлагай». Не можешь предложить решение вопроса, тогда оставь это тем, кто разбирается в нем. Не переступить грань между истерией и беспокойством. Не поддаться массовой инерции. Это сложно, но можно. Вспомните конец прошлого года. Магазины бытовой техники распродавали свои товары с невероятной скоростью. У меня вопрос к тем, кто купил по 2-3 телевизора, микроволновки. Зачем? Безусловно, это ваше личное дело. Но зачем? В 1997 году один мой знакомый поверил вслух о повышении цен на хлеб, который якобы ожидается на следующий день. И что вы думаете? Купил 7 буханок. Сейчас он вспоминает об этом с улыбкой и понимает абсурдность своих действий. Хлебом, к сожалению, впрок не запастись. Конечно, телевизоры не портятся, микроволновки не засыхают. Но зачем? К сожалению, есть и обратный процесс. Порой обеспокоенность за ситуацию, прогноз развития событий и конкретные меры, которые позволят не только уменьшить, но и не допустить негативные последствия, воспринимаются как истерия. Это тоже крайность, и это тоже плохо. Хорошо, когда в городе есть люди, способные трезво рассуждать, брать ответственность на себя и принимать грамотные решения. Время сейчас такое – не истерить, а объединяться, вместе думать и решать. Вместе. Кстати, медицина считает, что истерия излечима. Здоровья вам! С вами был Сергей Пономарев. Увидимся!